Скорее ограничьте работу этим трем приложением на своем смартфоне, чтобы была классная большая экономия батареи. Повторите все за мной, поддержите видео лайком. Итак, заходим в системное приложение, безопасность, потом питание и производительность. Вот это вот шестеренка справа сверху, спускаемся в самый низ и заходим в пункт контроль активности. Заходим, потом три точки справа сверху, показать системные приложения. И в строке поиска сразу же пишем Google. Первое. Заходим в Google и ставим мягкое ограничение. Окей. Возвращаемся обратно. Есть. Потом пишем Play. Play Market. Заходим, ставим мягкое ограничение. Отлично. Возвращаемся обратно. И пишем YouTube. YouTube. Заходим, ставим мягкое ограничение. Все, друзья. Данное ограничение будет ограничивать фоновую работу вашего телефона. А чтобы ускорить вам телефон, зайдите в свой Telegram и справа сверху в строке поиска напишите вот это. Присоединяйтесь. Справа сверху три точки, поиск, напишите ускорение или очистка, офигеете.